Гимн России, звучавший на открытии этой спартакиады, как ни странно, не знаком абсолютно всем ее участникам. Спортивное мероприятие «Поколение мира» впервые собрало во Владивостоке только иностранных участников, а именно приезжих студентов всех вузов края. Этот новый проект представила Азиатско-Тихоокеанская ассоциация представителей русского языка и литературы. По их словам, это дань уважения иностранцам, сделавшим выбор в пользу русского языка и культуры. Учитывая многонациональность соревнований, hi everybody! Ни хао! Больше не знаю. Я поздравляю всех с открытием этой очень важной и очень нужной Приморскому краю спартакиады и желаю, чтобы победили сильнейшие. За награды спартакиады борются несколько сотен студентов. Составы здесь самые разнообразные. В одной команде учащиеся из Вьетнама, Колумбии, Кореи и других стран. Для общения внутри команды используется русский язык. Да и в целом все спортсмены, а соответственно и будущие управленцы, филологи, медики мечтают в будущем связать свою жизнь с Россией. Мне кажется, что это здорово, когда приезжают сюда разные национальности, изучать больше, узнавать что-то о русском языке, о русской культуре. И мне кажется, это здорово, то, что разные национальности, разные страны, они объединяются. Регламент спартакиады предусматривает как индивидуальные старты, так и официальный командный зачет. Теннис, плавание, волейбол, мини-футбол. Представить свою страну в таких видах спорта не побоялся никто. Мы провели анализ среди первокурсников и вообще всех видов, всех студентов и нашли тех, кто именно любит эти виды спорта, которые будут включаться в спартакиаду. И мы предложили им участвовать. И они с удовольствием, конечно, приняли наше предложение. Правда, если большая часть участников могла свободно общаться на русском, то, например, команде из Международной лингвистической школы это не требовалось. По стечению обстоятельств коллектив учащихся собрался только из корейских ребят. Это не только еще больше сплотило команду, но и дало шанс показать себя всей национальной группе поддержки. Хотел участвовать на этой соревновании. И мы часто играем в пол каждую неделю. И каждую субботу с корейцами на этой поле играем. Поэтому мы решили участвовать. Спартакиада продлится до 16 октября. Вузовская команда, победившая по совокупности показателей, получит главный приз – Кубок Гран-при. По задумке организаторов, мероприятие не только придаст новый импульс студенческому спорту в регионе, но и станет очередным шагом для межвузовских отношений. Анастасия Крикун, Максим Яковлев, Игорь Болтов. Новости спорта на восьмом.